Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в магазине низких цен «Светофор» по адресу Ульяновской области, рабочий поселок Чердаклы, улица Ленина, 90. Посмотрим новинки и ассортимент. В наличии есть таблетки для посудомоечных машин, называются они Good Helper, в упаковочке 30 штук, изготовитель Россия, Московская область, город Подольск, цена 181 рубль. И 73 рубля стоит вот такое мыло с маслом оливы, здесь 4 кусочка по 85 грамм. А еще в продаже есть спрей назальный для активного промывания и очищения полостей носа, подходит для детей и взрослых, в флаконе 50 мл, продается вот такой упаковочкой по 4 штуки. Для детей с 2 лет подходит. Изготовитель Россия. Стоимость 209,70. Также в наличии есть наборы для бритья. Здесь один станок и 21 запасная кассета с тройным лезвием и увлажняющей полоской. Цена 208 рублей. И есть еще вот такие наборы. Здесь уже один станок и 31 кассета с тройным лезвием и увлажняющей полоской. Производитель также Китай. Цена 324. А это диспенсер для кухни, для моющего средства, идет в комплекте с губкой, работает от нажатия. Размер 14 на 9 на 11 сантиметров, называется Дориан, в составе полистирол и полипропилен, цена 156,50. В продаже есть щетки зубные, 5 штук упаковочки разного цвета, они средней жесткости, цена 56 рублей. А это нежное средство для стирки детского белья, называется Baby, подходит для белого и цветного белья, легко смывается водой, не раздражает кожу, 2 литра, цена 186. Также в продаже есть помпы для бутилированной воды. Помпа механическая для подачи воды, изготовленная из пластика, цвет бело-синий, производитель Китай. Здесь в наличии есть несколько штук, цена 198,90. А это набор малярных кистей, 3 штуки в наборе разного размера, в составе дерева и щетина, натуральная, цена 121,50. Биоактиватор для дачного туалета и выгребных ям, устраняет неприятные запахи, подавляет болезнетворные бактерии, одно саше на 3 применения, цена 44 рубля. Из посуды в наличии есть наборы бокалов для вина, в наборе их 6 штук, объемом 250 мл, изготовитель Россия, гусь хрустальный, цена 323 рубля. И есть наборы высоких стаканов, они по 230 мл, все разного цвета, в наборе 6 штук, производитель тот же, цена 200 рублей. Также в наличии есть кувшины для напитков, они стеклянные, с полипропиленовой крышкой и со съемной ручкой. Дизайны в ассортименте, объем 1,7 литра, производитель Россия, город Кусь-Хрустальный. Стоит такой кувшин 142 рубля. Казан алюминиевый литой с ручкой и с крышкой, объем 8 литров, толщина стенок 4 мм, изготовитель Россия, цена 1079,90. В наличии есть тарелочки из опалового стекла торговой марки «Люминарк». Диаметр тарелки 20 см, изготовитель Франция, цвет белый, цена 67 рублей. И есть наборы вакуумных пакетов с клапаном. Здесь в наборе два пакета размером 35 на 50 и 50 на 70. Возможно многоразовое использование, воздух откачивается при помощи любого пылесоса, хорошая защита одежды, а также компактное хранение. Цена 127 рублей. Привезли хозяйственные латексные перчатки желтого цвета. Размеры в ассортименте есть М и L. Производитель Китай. Цена 34,20. Из мебели в продаже есть тумба подвесная напольная. Называется Токио. Размер 90 на 33 на 26 сантиметров. Цвет белый текстурный. Материал ЛДСП. Цена 1111 рублей. А это складной туристический столик. Он на металлокаркасе со столешницей из ЛДСП. Цвет в наличии только венге. Цена 801 рубль. Изготовитель Россия. Из мебели еще в продаже есть стеллажи. Есть, например, вот такой стеллаж на 4 полочки. Изготовлен он из ЛДСП. Цвет дуб Сонома светлый. Ширина 60 см, высота 173, цена 1699. И есть еще стеллаж венге цвет на 8 секций. Тоже материал ЛДСП, цена 2184 рубля. Размер 70 на 138,5 на 25 см. Панталеты женские из ЭВА с закрытым носиком, но с открытой пяточкой. Очень удобные, легкие. Изготовитель Россия. Размеры с 36 по 40, цена 199,80. А еще в ассортименте есть матрасы Холкон. Они размером 80 на 200 на 5 см. Здесь съемный на матрасник из микрофибры. Цена 1000 рублей. Изготовитель город Чебоксары. Также есть ковры из коллекции Шеги. Ковер называется Лаура. Изготовлен он из полипропилена, качество фабричное, изготовитель Республика Беларусь, Витебские ковры.
Размер ковра 80 на 150, цена 1483 рубля. В большом ассортименте привезли тетради в клетку, листы белоснежные, 48 листов в тетради. Есть с дизайном в ассортименте, есть предметные. Изготовитель России, цена 27,60. Также есть тетради на пружине, тоже листы белоснежные, тетради в клетку, 96 листов. Они здесь в ассортименте, цена 52,70. Органайзер для хранения с крышкой на защелках, и внутри находится еще вкладка на 4 отделения. Сам контейнер прозрачный и цветная крышка с декором. 140 рублей стоимость, объем 4,5 литра, и на выбор есть два варианта. Есть еще аптечка белого цвета. Также есть вот такие подносы большие с вкладышем, сушилкой. Называется «Колос». Цена 178 рублей. Изготовитель «Россия». А еще есть наборы разделочных досок из фанеры березы. В наборе две доски разного размера, и они с ручками. Изготовитель «Россия». Цвет натуральный. Цена 217 рублей. Также есть пластиковые кружки для миксера с двойной крышкой, с мерной шкалой, с удобной ручкой и сливным носиком. Объем 2 литра, в составе полипропилен, цена 99 рублей. Корзина универсальная для хранения, она с ручкой, перфорированная, прозрачная. Объем 3,5 литра, стоимость 69,80. И есть вот такие подставки для столовых приборов на 3 секции. Подставка высокая, цвет в наличии только такой, изготовитель «Россия». Стоимость 118,90. Миски для кухни продаются набором по 3 штуки разного объема. Цвет, как видите, здесь в ассортименте, в составе пищевой полипропилен, изготовитель «Россия». Стоимость набора 161,50. Также в продаже есть универсальные тряпочки для пола из микрофибры. Они размером 50 на 60 сантиметров. В упаковке здесь их 2 штуки. Изготовитель «Россия». Цена набора 100 рублей. А еще я здесь увидела стеновые панели из ПВХ. Они размером 47 на 96 сантиметров. Очень красивый дизайн. Вижу здесь в наличии 3 варианта. И все, кстати, красивые. Есть дизайн соты и есть кирпичики. Изготовитель «Китай». Стоимость 116 рублей за штуку. А это сушилка для белья на радиатор отопления. Она белого цвета, металлическая, размер 52,5 на 22,5, максимальная нагрузка 5 кг, торговая марка Ника, цена 153. Этажерка угловая, трехъярусная, на колесиках. Так вот она выглядит, сборно-разборная. Размер этажерки 30 на 38 на 58 сантиметров. Изготовитель «Россия», в составе полипропилен. Стоимость такой этажерки в магазине «Светофор» 358 рублей. А это пластиковый раздвижной дуршлаг. Очень красивого цвета. Дуршлаг с ручками. Предназначен для использования над мойкой. Подойдет для разморозки рыбы и мяса, а также для промывки овощей и фруктов. Так вот раздвигается. Очень удобная вещь. Многие уже пользуются годами такими дуршлагами. Производитель «Россия», в составе пищевой полипропилен, стоимость 89,30. Также в наличии есть контейнер для выпечки квадратной формы размером 30 на 30 сантиметров. Высота контейнера 14 сантиметров. Закрывается крышкой на защелке, имеется удобная ручка для переноски. Цвет «Слоновая кость». Производитель «Россия», стоимость 178.